Комбайн и блендер в одном устройстве, с которым не придется искать место для хранения насадок. Сегодня знакомимся с кухонным комбайном Bosch, модель MC812W501, который способен заменить сразу несколько приборов на кухне. В комплекте с комбайном идут пластиковая чаша с крышкой и толкателем, блендер, насадка для замеса теста, венчик, диски и держатель дисков, мелкая терка, двухсторонний диск терка-шинковка, инструкция и гарантийный талон. Корпус кухонного комбайна выполнен из пластика. У прибора есть ножки-присоски, благодаря которым он устойчиво стоит и не подпрыгивает во время работы. Под корпусом есть отсек для шнура. На корпусе спереди круговой регулятор переключения скоростей. Тут 4 скорости и импульсный режим для быстрой обработки твердых продуктов. Мощность комбайна 1000 Вт. Основная чаша большая, объемом почти 4 литра, тоже из пластика. В ней можно готовить большие порции. Например, за раз замесить до 750 грамм теста для домашнего хлеба и другой выпечки. Для удобства на чаше есть мерная шкала. В блендере, рассчитанном на 1,5 литра, можно сделать смузи, соусы и супы-пюре. Он с крышкой, поэтому ничего не прольется. Посмотрим теперь на насадки. Особенность этой модели – интеллектуальное распознавание насадок и автоматическая настройка необходимой скорости под каждую насадку. Тут есть насадка для замеса теста, венчик из нержавеющей стали для взбивания крема, яичных белков и легкого теста, мелкая терка для твердого сыра, орехов, шоколада, двусторонний диск терка-шинковка для нарезания овощей и фруктов. Насадки можно хранить внутри чаши. Съемные части комбайна разрешено мыть в посудомоечной машине. Эта модель от Bosch подойдет для большой семьи благодаря блендеру и большой основной чаше на 4 литра. Комбайн справится с основными кулинарными операциями гораздо быстрее, чем если делать все вручную. Он прост в управлении и уходе, а насадки не займут лишнего места в кухонном шкафу.